по мотивам книги «По следам современного искусства». Добро пожаловать на нашу кухню. Включаем режим Мондриан. Желтое, синее, красное нарезаем тонкой солонкой. Добавляем несколько крупных небоскребов. Щепотка джаза и карты Нью-Йорка. Включаем режим Модильяни. Образ актера с дабами африканскими чудесами. Включаем режим Брак. Гитару, одежду, обои, все, что попадет под руку, режем кубиками. Включаем режим полок. Индийские орнаменты и шаманские танцы. Сбрызгиваем по вкусу серебряным, черным, белым, желтым и красным. Включаем режим Дюшан. Кладем велосипед и табурет. Нажимаем кнопку старт. Что случилось? Мы что-то забыли? Ну, конечно! Главный ингредиент произведения современного искусства – это идеи. Обильно посыпаем идеями. Марсель Дюшан вообще считал, что идей много не бывает. Обязательный секретный ингредиент – вдохновение. Старт! Ура! Сработало! Ну и ну.